Хинвань. Так, со мной никто не поздоровался. Да, здрасте, да, они тут... Деловые. Деловые. Ну, по яблоку мы уже уперли. Ну, в смысле, не уперли, а типа приветственный подарок для гостей. Лежат два яблока, можно взять спокойно. Какой у нас лифт красивый. Мы их взяли. Мы для себя сделали вывод, что китайцы это очень маленькая нация, очень маленькая, потому что номер, сумка занимает где-то процентов 40 от номера, да. Жилье в высотном каком-то здании на 12 этаже, еще 12 этажей осталось, поэтому выспались, решили пойти покушать. Здесь может кто-нибудь встречает, просто вчера все спали. Ну, может быть. Карту. Очень жарко, мы вышли. Здесь, наверное, даже не то чтобы жарко, здесь очень душно. И также парит. Ну, наконец-то добрались до суши. Смотрите, какой гребешок. Смотри, какой он огромный. Котя. Я с картой разбираюсь. Как это должно быть? А как размер? Супер. Вкусно? И даже имбирь есть. Сам себе массаж. Поутру прошелся. Ну, да. Такой тык-тык-тык. И пошел на работу. Опа. Так, не могу. Изучив сей город,
Вот, нашли возможность сэкономить и сделать себе вот такой вот чудесный ужин всего за 1500 рублей, в который входит сырая рыба, фрукты, овощи, целая бутылка шардоне 2009 года и разные-разные вкусности местного производства. В России о таких ценах можно только мечтать. ZLN se concede el uso de la palabra a la delegada comandante Esther hasta por 25 minutos. Сегодня повезло, нету тумана, и очень хорошо видна обзорная картина всего Гонконга. Вот так живут китайцы. Мы здесь на пике Виктории увидели, делают вот так вот из гипса руки, блин, заказали наши руки. Вот я сижу и переживаю, чтобы они хорошо у нас получились, потому что мечтал очень долго, давно сам не сделал, а вот тут так красиво было, вообще просто обалденно. Вот надеемся, что она даже сказала, что ласку на руке. Ну все.
двери закрываются. Следующая станция. Следующая станция. Будда. Самый большой в мире. Даже не бойся. Такая херня могла произойти только с нами, блин. Так, теперь главное без паники, котик. Отпусти поручень, быстро отпусти поручень. Почему? Потому что мы находимся на высоте. Иди сюда, здесь стекло. Уйди с железяки, отойди. Отойди с железяки, сядь просто на пол, тупо. Массовый халат Юлю выводит всегда даже из стресса. Только что она плакала, рыдала, и вот купив такую целлофановую штуку уже... Настоящую. Дорогой дневник, видать, провидение видит, что у нас заканчиваются денежки. Сегодня мы хотели посетить Будду и Диснейленд, и поэтому провидение нам решило устроить все в одном. Мы вроде бы и Будду посещаем, и у нас Диснейленд такой, что, блин, и катание на горочках, и молнии, обливание водой, все мокрые и вообще просто задницы. Я думаю, что Диснейленд навряд ли уже пойдет, потому что впечатление на сегодня вот так. Ну, в общем, нам не повезло. Да, мы попали под ливень. Нам немного не повезло сегодня, так как мы попали под ужасный ливень. Здесь, нам повезло, мы в Диснейленде. Здесь местные говорят, это нон-стоп, то есть он льет постоянно. Но мы об этом не знали, и ни в одном путеводителе этого не написано. Как фуникулер закрыли по метеорологическим условиям, это раз, а во-вторых, как бы Юля сказала, поехали. Да, что даже если бы он не закрыл, то она бы назад пешком пошла. Вот такая музыка, спокойно, успокаивающая, с птичками чирикающими. Все для того, чтобы людям было хорошо и спокойно. И никто не бегает в метро, не давится и не отдавливает ноги. Можно даже остановить поезд. Если что, по кнопке. Ну, если балуешься, штраф 5000. Да? Очень тихо, не как в московском. Покупайте говно кубиками. Говно кубиками. Самое лучшее в Москве, да? А здесь он тихо. Здесь ходишь, наслаждаешься тишиной и хорошей музыкой, да? Да.
попытки мы все-таки попали к Будде. Более-менее нормальная погода, но здесь нормальной погоды никогда не бывает, он всегда в облаках. И вот сейчас попробуем подняться 260 ступеней, которые символизируют, каждая ступенька символизирует очищение от какого-либо земного греха. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и гориллы, слон и пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Джунгли зовут! Мы едем кататься на лодочках, романтик. Вот такими маленькими детишками.